Как сказал Пол Валери, две опасности не перестают угрожать нашему миру – это порядок и беспорядок. Мы, вязальщицы, за порядок, поэтому сегодня мы с вами поговорим про хранение. С вами Ольга и магазин пряжи Айнитки. Все позиции, которые я сейчас покажу, будут по ссылке в описании к этому ролику. Вы можете пройти по ним и посмотреть все на нашем сайте. Бывало ли у вас такое, что вы купили прекрасную пряжу, сели вязать, и у вас под рукой нету нужного номера спиц или каких-то мелочей, маркеров, рулеток? Бывало? У меня очень часто. Поэтому сегодня мы с вами поговорим про хранение, и я вам покажу все аксессуары, которые представлены в нашем магазине для хранения. Я часто вяжу в дороге, поэтому первым мое внимание привлек органайзер от Knit Pro. Он выглядит как небольшая косметичка, в которой можно положить какой-то небольшой проект, шапку, носки, варежки. А также в комплект к нему идут два рулетика. Это чехлы для съемных спиц. Есть для длинных спиц, есть для коротких. Он на пуговичке. Сюда влезут размеры спиц ходовые или те, которыми вы сейчас работаете. Также можно использовать для круговых спиц и для крючков. И такой же маленький, с откидной крышкой, тоже для съемных спиц. От Knit Pro есть такой же органайзер в синем цвете с акварельными рисунками, и содержание у него такое же. Органайзер на замке. Внутри есть несколько отсеков для хранения мелочей, и также карман на молнии внутри, и два пенала для спиц. Также, если вы часто вяжете чулочными спицами, у вас их накопилось в коллекции достаточно много, они у вас стоят в стакане, все перемешаны, вы не можете сразу подойти и взять нужный вам размер, вам подойдет вот такой вот пенал от Knit Pro. Внутри несколько отсеков с разъемами под чулочные спицы, можно аккуратно разложить все по номерам, будет очень удобно, сформировано все в одном месте. И также хороший бонус от Knit Pro, что почти с каждым аксессуаром для хранения они кладут вот такой вот прозрачный мешок, в него можно положить свой проект, он не будет путаться, не будет цепляться спицами внутри вашей сумки. Для любителей круговых неразъемных спиц у нас тоже есть много аксессуаров. Они представлены у нас от Lana Grossa. Смотрите, есть прекрасный пенал. Внутри у него есть несколько отсеков, и они именно для круговых неразъемных спиц. Сверху у нас объемный карман на замке, а внутри несколько отсеков для круговых неразъемных спиц. Здесь будет удобно хранить спицы с свернутой леской. Также есть прекрасный органайзер для тех, кто пользуется и разъемными, и неразъемными спицами. Тоже из этой серии Lana Grossa. Большой чехол на замке. Внутри есть несколько отсеков для неразъемных спиц. То есть вот эти карманы помещают в себя легко любой номер и длину лески. Также есть несколько карманов на замках, прозрачных для мелочей, для маркеров, и отсек для разъемных спиц, резинка, будет хорошо и плотно держать ваши разъемные спицы, а также отдел для чулочных длинных спиц, тоже сюда хорошо войдут все чулочные спицы. Ну и, конечно, у нас у всех есть мелочи, которыми мы часто пользуемся. Это рулетки, это маркеры, ножнички, поэтому Lana Grossa предусмотрели и этот момент. Есть косметички, очень удобные, из жесткого каркаса с таким же узором, как и чехлы. Это функциональная косметичка, ее можно использовать как пенал или просто для хранения мелочей. Также она есть в более большом варианте с держателем, который можно соединить с чехлом и с двумя отсеками на замке. И, конечно же, у нас есть большой ассортимент сумок. Бывало ли такое, что вы вяжете свитер и вам нужно взять его с собой? Конечно же, бывало. Поэтому я показываю вам сумки, которые справятся с этой задачей. У нас есть сумки, большая серия от Knit Pro в джинсовой линейке с такой красивой нежной оторочкой в виде цветочного орнамента. Сумки есть нескольких видов и нескольких размеров. Есть сумки, похожие на докторский редикюль, есть более женственные и элегантные, которые можно очень красиво и удобно носить. А также есть большая вместительная сумка с каркасными ручками.
Ее можно использовать не только для вязальных проектов, но и как полноценный аксессуар, который прекрасно дополнит ваш образ. И давайте посмотрим, что внутри у этой сумки. Внутри есть очень удобный карман, в который можно положить схему для вязания, и несколько отсеков, которые позволят нам аккуратно сложить все наши спицы, крючки и нужные нам инструменты. Плюс внутри у каждой такой сумки есть вот такой вот небольшой карабинчик, за который мы можем прицепить ножницы или какую-то вещь, которая всегда у нас теряется. У меня, например, это всегда ножницы, поэтому я люблю цеплять их за такое крепление. Также внутри каждой сумки идет проектный чехол, про который я уже сказала. Мы можем положить свой свитер в этот пакет и не использовать и не мучиться больше с целлофановым пакетом, а красиво и удобно перемещать свое вязание везде, где только можно. Также у нас есть сумка от KnitPro в прекрасном баклажановом оттенке. Очень сложный, красивый оттенок. Она сшита из шерстяного волокна, очень тактильно приятная. И внутри у нее также отсек для хранения мелочей, отсеки под инструменты и один карман для хранения вещей, которые нужно держать под замком. И также проектный мешок, который позволит нам хорошо перемещать свое изделие, свой проект. Хочу обратить ваше внимание, что эти сумки очень вместительные, они поместят даже самый большой проект. Мне кажется, сюда влезет даже вязаное платье. А для тех, кто многорукий, кто любит с собой перемещать несколько проектов, у нас есть самая большая, самая вместительная сумка с интересным принтом. Здесь и пряжа, и иголочки, и всякие-всякие мелочи, которые есть у каждой вязальщицы. Это огромная сумка, она с хорошим вместительным карманом. Сюда можно вместить как минимум 4 мотка носочной пряжи. И внутри у нее тоже очень-очень много места. Вот у меня там уже лежит носочная пряжа от Регги. И, конечно, я не могла пройти мимо бестселлера этого сезона Mindful. У нас есть отдельное видео про аксессуары Mindful. Подсказка появится выше, можете пройти и посмотреть. Также хочу сказать, что если вы выбираете аксессуары линейки Mindful, у вас все подходит строго по дизайну. И вдобавок к каждому аксессуару, например, к косметичке, идет проектный мешок. То есть, если у KnitPro это прозрачный мешок, здесь все выполнено в одном стиле, льняной мешочек защитит ваш проект от перемещений. Еще хочу показать вам чехлы от Tulip. Мы их получили буквально недавно. Такие чехлы подойдут тем, кто хочет взять с собой, например, в поездку, на дачу или в небольшое какое-то путешествие несколько номеров спиц и самые необходимые мелочи. Также такие чехлы прекрасно подходят для крючков. А еще вот такой розовый чехол позволит вам собрать ваш личный, уникальный, особенный набор спиц от разных производителей спиц. То есть вы можете покупать каждый номер разного материала и разного производителя и тем самым собирать свой уникальный личный набор в красивом чехле от Tulip. Также есть два чехла, два брата-близнеца, но немного разные, от Tulip. Один выполнен в сером, блестящем льняном исполнении, второй уже более сдержанный. И внутри у них пластиковый органайзер, в который можно поместить как крючки, так и укороченные спицы. И карман положить любую мелочь. Такой чехол подойдет для тех, кто хочет дополнить свою проектную сумку каким-то удобным небольшим чехлом. Также у этих чехлов есть очень удобная магнитная застежка. Ваш чехол точно не расстегнется и ничего из него не выпадет. Застежка достаточно тугая, и расстегнуть ее сложно случайно, если она зацепится где-то в сумке за ваш проект, спицу или пряжу. И еще самый маленький и милый, но не самый нефункциональный, а наоборот, это чехол от Tulip. Посмотрите, чехол выполнен фирмой Tulip в стиле их крючков Etima Red. Сюда можно собрать ваш личный набор крючков, те размеры, которые вам подходят, а также в чехол войдут укороченные спицы, и вы можете сюда складывать укороченные спицы от разных фирм. А еще здесь есть небольшой вот такой нашивной карманчик, в который можно закрепить иглы от Tulip. И еще небольшой секрет этого чехла. Тут вытягивается застежка, и вот сюда можно прикрепить
ваши ножнички, которые постоянно теряются, и чтобы они не травмировали ваш проект или вашу сумку, сюда мы прицепляем ножнички и за крепление вытягиваем, и тем самым ножнички прячутся вот в этот вот карман. Находится здесь надежно и безопасно. Сумки и аксессуары для хранения – это в первую очередь удобство. Когда все ваши инструменты, также ваш проект, который находится сейчас в работе, лежит в одном месте. Наводите порядок не только в своих домах, но и инструментах и рабочем месте. Все эти аксессуары для хранения помогут вам и облегчат ваш процесс вязания, а также создадут эстетику вязания не только дома, но и вне его стен. С вами был магазин пряжи Айнитки и я его консультант Ольга.